Стали известны окончательные результаты голосования. В лидерах партия «Единая Россия» она набрала 44,10%. На втором месте «Патриоты России» 16,5%. У КПРФ 11,5%. «Справедливая Россия» набрала чуть больше 11%. У партии «Родина» 5,5%. ЛДПР чуть больше 5%. «Коммунисты России» немного не добрали до 3%. И, наконец, «Яблоко» менее 1%. Вчера на заседании территориальной избирательной комиссии был подписан итоговый протокол всеми членами комиссии с решающим голосом. Выборы признаны состоявшимися. Были у нас несколько жалоб, которые мы рассмотрели, дали аргументированные ответы.